У нас сегодня очень актуальная тема. Эта тема связана с проблемой обновления в искусстве, как это понимается в современной эстетике. И я приведу вам всего одну концепцию. Это концепция Алена Бадью, нашего выдающегося современника. Ну, на данный момент это, наверное, самый известный французский философ из ныне живущих. У него достаточно интересная судьба. Он в необычной семье родился. Его отец активный участник сопротивления был и достаточно долго был мэром Тулузы. Причем начиная с 1944 года, то есть еще с времен Второй мировой войны. Собственно же, Ален Бадью в начале своей творческой карьеры попадает в ряды последователей Луи Альтюсера, о котором мы еще сегодня поговорим немного. Это крупнейший марксистский методолог, один из наиболее интересных философов, связанных именно с методологией в 20-м столетии. И также, кроме вот Альтюсера, из тех фигур, с кем Бадью что-то заимствует, в чем-то вступает в конфронтацию, в диалог, это Жак Лакан и Жиль Делез. Делез у него даже будет посвящена целая книга. Как мировая величина, Бадью рождается вместе со своей книгой «Бытие и события». Многие считают, что это одна из самых важных книг во второй половине 20 века, написанных в философском дискурсе. Он ее создал в 1988 году. На русском есть тоже целый ряд работ Бадью, где он развивает идеи книги «Бытие и события». Ну вот, в частности, вы видите книгу «Малое руководство по инэстетике». Собственно, книга, посвященная именно анализу произведений искусства с точки зрения вот этой новой методологии, предложенной Бадью, которая опирается на концепцию события. А также вот очень хорошие переводы добротные, это «Манифест философии и этика». Это такие книжки-малышки, но они, в общем-то, стоят того, чтобы на них обратить внимание. Вообще, попробуйте в интернете, посмотрите, если вот вам такой текст, если вы его можете читать, то, есть то что я вам рекомендовал, там, Фуко, это, в общем, Фуко может любой читать. Это не значит, что Фуко прост по мыслям. Фуко очень легко может переизлагать. А это уже работы именно в философском дискурсе. Но если вы их можете читать, они того стоят. Они даже стоят того, чтобы их перечитывать. И вот еще несколько приведу примеров работ, изданных на русском языке. Это вот как раз работа, посвященная Жилю Делезу, «Делез. Шум бытия». И относительно недавно вышедшая работа «Философия и события». Во всех этих работах так или иначе фигурирует концепция события, о которой мы сегодня с вами и поговорим. В общем-то, оно впервые со всей определенностью было очерчено Аленом Бадью в работе «Бытие и события», то есть слово «событие» включено в само название книги. Книга непростая, книга очень сложная, многоуровневая. И не уверен, что без подготовки, без хорошего знания сопутствующей философской литературы, вообще истории философии, к этой работе можно подступиться. Но я попытаюсь рассказать, естественно, вам концепцию события максимально просто. И прежде чем я это сделаю, мне потребуется обратиться к идеям Луи Альтюсера, учителя Алена Бадью, чтобы хоть какой-то контекст наметить в нашем анализе. До Луи Альтюсера в классической философии считалось, что все в мире является детерминированным, все подчинено определенным законам, и концепция мировоззренческая выглядела как некая стабильная такая пирамида. Ну, в эту пирамиду там встретите
и у Гегеля, и в такой очень странной форме у Маслоу в виде психологической пирамиды потребностей, да, человека. Согласно этой концепции, то есть люди меняются, меняются какие-то феномены культурные, но, в общем-то, сама по себе структура человеческого мира, она незыблема. И если она и развивается, то она развивается в определенном изначально установленном направлении. Устойчивая конструкция. А Альтюссер же предлагает совершенно иную концепцию. Это концепция сверхдетерминации. Где не только некие господствующие, означающие, то есть те, которые вверху пирамиды находятся, влияют на наш выбор, но и каждая, казалось бы, малозначительная деталь может запустить процессы смены самого господствующего, означающего. Но на русском есть одна из ключевых работ Луи Альтюссера. Я очень редко перечитываю книги. Эту книгу я перечитывал уже не знаю сколько раз. Очень. Это действительно гениальная книга. Вас не должно отпугнуть название «За Маркса». В общем-то, на примере подхода к анализу текстов Маркса Альтюссер демонстрирует совершенно новую методологию, которую можно применять к чему угодно. Он гениален как раз в создании новых подходов к анализу культурных феноменов и текстов как таковых. Альтюссер называет эту новую структуру, которая пришла вместо устойчивой пирамиды, структура с асимметричной доминантой. То есть получается, это уже не устойчивая конструкция, а балансирующая и очень неустойчивая, где каждое маленькое микроизменение может запустить процессы смены самой доминанты этой структуры. То есть получается, все влияет на все абсолютно, но все влияет на все не одинаковым образом. Это очень сложная модель, которая оказывается уже не статичной, а динамичной. Чем для нас она интересна? Она интересна следующим. То есть, если мир представляется уже не в виде устойчивой пирамиды, а в виде мобильной такой структуры. Если там элементы все время один влияет на другой, и иерархия их все время меняется, то это значит, что связи между элементами все время различными становятся. То есть если это было господствующее означающее, это одно. Если оно не свергнуто, если оно занимает теперь совершенно иную функцию в новой структуре, то это значит, что по существу то это уже совсем иной феномен, хотя называться он будет так же. И вот тут-то радикальность Альтюссера и сказывается. Ну, к примеру, совсем такой примитивный пример. Вот у вас есть стул, вы на нем сидите. По каким-то обстоятельствам в другом месте стул используется только в качестве стола. То есть на нем там что-то раскладывают, да, на него что-то расставляют, но никогда не сидят. Все, радикально меняется полностью феномен. То есть название сохраняется, но на самом деле этот стул не равен тому же самому стулу, на котором сидят. Альтюссер показывает, что в культуре сохраняются только имена. И каждая эпоха должна рассматриваться как абсолютно автономная. После того, как происходит смена господствующего означающего или означающих, изменяется абсолютно все. Но имена сохраняются, которые и дают иллюзию устойчивости человеческой культуры. Это был такой же колоссальный вклад, как вклад Мишеля Фуко. В общем-то, их мысль движется примерно в одном направлении. Но у Фуко это археологические пласты культуры, где каждый слой автономен. А у Альтюссера он показывает это как бы в динамике, как это происходит на самом деле. То есть здесь диалектика марксистская доведена до пика, о котором Маркс даже мечтать не мог. То есть это именно эталонная философская
концепция, которая может быть применена к чему угодно, а не только к системе денежных отношений. Понятно, что я очень сильно вам это упрощаю. Если вы захотите прочесть, как это у Альтюсера, я вам рекомендую. Альтюсера, на мой взгляд, читать просто. Но это на мой взгляд. Я не знаю, как вам, понимаете? Повторюсь, я эту книгу читал очень-очень большое количество раз. Это одна из моих самых любимых книг. Соответственно, Альтюсер очень смел, современен, но если мы взглянем с его точки зрения на новации в области искусства, в общем-то, в них не будет чего-то столь же радикального, как в взгляде Альтюсера на смены более крупных социальных феноменов. Потому что, в общем-то, к обновлению в искусстве мы привыкли как к добавлению чего-то, к появлению того, чего не было раньше. И у Альтюсера это будет выглядеть, ну, примерно так же. Но с поправкой на то, что сама культура все время меняется. Что же касательно Бадью, то он, как раз сделав акцент на анализе, в том числе произведений искусства, дает более, на мой взгляд, смелую концепцию. И то, что у Альтюсера именовалось сменой вот этой структуры с асимметричной доминантой, когда на место одной доминанты приходила другая, а у Алена Бадью, по большому счету, и именуется событие. События — это чаще всего пишется с большой буквы, это не просто то, что с вами сегодня произошло. Да? События такие происходят очень редко. Что же касательно этой книги, то, что я сейчас сказал, если вдруг все-таки к ней обратитесь, там есть небольшая статья, которая называется «О молодом Марксе». Вот, совершенно гениальная работа. Если вы даже ничего не знаете о творчестве молодого Маркса, то она будет вам полезна просто как метод, который можно применить к чему угодно. Там же есть и статья, посвященная, собственно, сверхдетерминации. С таким же названием. Так вот, если мы вернемся к Алену Бадью, чем он отличается от Альтюсера? От Альтюсера он отличается, в общем-то, очень многим. Он предлагает концепцию события. Что есть событие по Бадью? И прежде всего даже не так сформулировано, а что есть новация в области искусства по Бадью и как она связана с событием. Так вот, новация — это не то, чему нас учили в школе, когда это добавление, когда гений — это тот, кто привнес что-то новое. По Бадью новация — это не столько добавление, сколько обнаружение отсутствия. И это очень важно. Приведу пример. Вот, допустим, пышная эстетика лепнины рококо или вычурности барокко сменяется простыми линейными формами классицизма, не потому, что эта пышная форма приелась, не потому, что она себя исчерпала. То есть кажется, что классицизм может добавить? Но он не добавляет, он обнаруживает, что в предшествующей эстетике не хватало очерченности формы. И это не отказ, а это действительно в каком-то смысле добавление, но это добавление происходит всегда через обнаружение нехватки. Именно процесс обнаружения нехватки и запускается событие. Когда происходит событие, точка, да, такая виртуальная, оно открывает потенциальную бесконечность развития в этом направлении. То есть мы обнаруживаем нехватку в чем-то. Ну, допустим, когда классицисты обнаружили нехватку очерченной формы. И начинается продвижение в этом направлении. И оно потенциально бесконечно. Но
Или как я вам там показывал в прошлый раз, когда было обнаружено, что там, архитектура нас подавляет, сковывает, и начинается гонка за транспарентностью. То же самое. Запускается определенный процесс. Но вот в чем интересность этого процесса. Первые произведения, которые попадают фактически в точку начала самого события, они, с одной стороны, самые оригинальные, с другой стороны, они в наименьшей степени, а на самом деле, адаптированы под развитие этой эстетики. Они двойственную позицию занимают. Каждое последующее значимое произведение искусства, с одной стороны, исправляет ошибки предшествующих, с другой стороны, начинает постепенно ориентироваться не столько на само вот это метафизическое событие, сколько на опыт предшественников. И несмотря на то, что событие предполагает вот эту его направленность, которую Мадью называют художественная конфигурация, несмотря на то, что оно предполагает неограниченное количество произведений, оно не исчерпается никогда. Тем не менее, так как каждое последующее произведение все более и более ориентируется не столько на само событие, сколько на опыт предшественника, оно начинает консервироваться, костенеть и так далее. То есть получается, с одной стороны, копится все более и более адаптивная пригодность, то есть к реализации намеченной нехватки в этом событии. С другой стороны, копится повторение. И оно все больше, больше и больше степени начинает преобладать над ориентацией непосредственно на вот это событие. И когда это доходит до пикового предела, как в случае там, со сменой, опять же, барокко на классицизм, появляется новое событие. В совершенно в другом направлении мы обнаруживаем, что нехватка есть здесь. И все начинает двигаться в другую сторону. При том, что предшествующее событие не исчерпано. Оно не может быть исчерпано. Это очень интересный взгляд на историю искусства как такового. С одной стороны, это чем-то похоже на смену доминанты у Альтюсера. Но если в случае с Альтюсером, я бы так сказал, у него большая ориентация все-таки на изначальную исчерпанность. То есть там, как в калейдоскопе, меняются как угодно элементы, но так как мы их можем хотя бы описать, это уже предполагает то, что они уже все наличествуют. А в случае же с Бадью, события, если описываются, то очень сложно, очень запутано. Я бы даже сказал, что это делается зачастую нарочито таким образом. А в каких-то работах вовсе не описывается. То есть, понимаете, когда запускается событие, когда запускается его направление новое, описать, почему оно возникло, у него предпосылок не может быть. Вот в чем дело. То есть у любого парадигмального явления не может быть предпосылок. То есть если у него есть предпосылки, значит парадигма не сменилась. Значит, это происходит все в той же самой парадигме. Просто что-то новое произошло. Но если меняется вся парадигма, у нее не может быть предпосылок, то есть никаких. Это как бессмысленно объяснять причину большого взрыва. Если мы объясним причину большого взрыва, значит, он не породил наш мир, а это составляющая нашего мира. То же самое происходит и здесь. То есть получается, в каком-то смысле философия Бадью в большей степени трансцендентна, чем философия Луи Альтюсера. Хотя оба стоят на марксистских основаниях. Я уже назвал этот термин. Это термин очень важный для творчества Алена Бадью. Это термин художественная конфигурация. То есть само по себе событие – это вот эта точка. Вот я так обозначил, естественно. Это некая точка. То, что идет от этой точки, то направление, в котором обнаруживается нехватка, это называется художественная конфигурация. Художественная конфигурация сама по себе потенциально бесконечна, ее пощупать, потрогать нельзя, но ее очерчивают, ее границы очерчивают, почему вообще о ней можно говорить, отдельные произведения искусства, которые конечны, которые пишутся внутри этой художественной конфигурации. Приведу вам доступный пример. Ну вот если вы прочтете основные базовые там романы от Сервантеса до Джойса, то вы сможете себе представить, что такое художественная конфигурация европейского романа. То
самого по себе европейского романа не существует, его нельзя потрогать, пощупать, правильно? Но мы понимаем, что что-то за этими отдельными романами стоит. Почему мы понимаем, что все они каким-то образом связаны? Вот европейский роман как таковой – это художественная конфигурация. В то время как отдельно взятые произведения, они, с одной стороны, их может быть сколько угодно, исчерпать его невозможно за время его существования. Но, с другой стороны, мы видим конечный продукт, там, не знаю, Дон Кихот, или тот же Улисс, что назвал этих двух фигур, которые очерчивают границы художественной конфигурации, и по этим отдельным границам мы можем примерно говорить о том, в каком направлении двигалась эта художественная конфигурация. По моему мнению, художественных конфигураций одновременно существует множество, и более того, многие из них многоуровневые. То есть, с одной стороны, то есть вы видите жанр романа, который является художественной конфигурацией, он не связан со стилем. Он проходит больше, чем через несколько стилевых эпох. С другой стороны, может быть там романтическая симфоническая программная поэма. Явление, которое существовало в музыке там, с 40-х годов 19 века там, до начала 20-х. Это явление, которое локализовано определенным стилем в искусстве. И в то же время оно тоже является художественной конфигурацией. То есть получается, одновременно существует много художественных конфигураций, ибо это просто направление, когда мы обнаруживаем некую нехватку. Но в той же самой музыкальной поэме, в чем ее основное отличие от любой другой музыки? То, что предполагалось, что к ней идет некое краткое описание сюжета, и зритель, когда будет слушать эту музыку, должен его представлять. То есть это первые образцы медиа. Причем, когда сейчас клип, то есть клип это несоизмеримо проще, ибо видеоряд единственный предлагается на музыку. А там, естественно, каждый раз каждый будет представлять что угодно. Но без этого представления то, что звучит, не является самодостаточным. То есть публика, получается, включалась в интерактив прослушивания. Совершенно уникальный феномен, но он занимает очень ограниченное время. То есть вот это все художественные конфигурации. Мне кажется, что рассматривая многие феномены с точки зрения художественной конфигурации, можно очень-очень много интересного накопать. Очень много интересного предлагает сам Ален Бадью. Я достаточно подробно останавливался на анализе формы с точки зрения художественной конфигурации на прошлой лекции «Гулес Ликбез». Он получился очень большой, почти трехчасовая лекция. Так что, если кому будет интересно, я думаю, что в ближайшую неделю-две она появится в интернет-сети. Пока что она обсчитывается. Что же касательно примера, уж коль скоро мы в этом семестре рассматриваем все на примере архитектуры, то я вам выбрал всего одну единственную фигуру. Специально выбрал фигуру не философа, то есть автора, который занимался исключительно творческой деятельностью. И на его примере, на примере его новаций, я бы хотел продемонстрировать, как происходит слом вот этот событийный по Бадью или смена структуры с асимметричной доминантой по Фулуэль-Тюсеру. И я выбрал архитектора, которого звали Джеймс Фрезер Стернинг. Иногда переводят Стернинг. Видите, он достаточно недолго жил. Это крупнейшая фигура в области британской архитектуры. Причем он связан с двумя разными направлениями стилевыми. И вы обнаружите, что несмотря на то, что он относится к разным стилевым направлениям, его раннее творчество и позднее, тем не менее, то, что будет связано с открытием новой художественной конфигурации, а точнее
реализации первых произведений в новой художественной конфигурации. И в первый период, и во второй будет представлено примерно одинаково, что как раз необычно. Этот архитектор одним из первых получает Притцкеровскую премию, это высшая награда в области архитектуры, так что, в общем-то, это очень такая солидная, всеми признанная фигура, абсолютный классик, но вот на русском о нем очень-очень мало есть информации. У нас вообще про архитекторов не так много информации, но вот про Стирлинга как-то в особенности. Это странно, потому что он уже как бы, ну, давно умер. Обычно, когда умрет, сразу с классиком становится, что-то начинает появляться. А вот случай с Колхасом, если он еще живой, и тем не менее выходит и работает с Айзенманом, то Стирлинга это мало что есть. Но меня он будет интересовать только с одной точки зрения, не с точки зрения развития его стиля и так далее, а с точки зрения того, как он раскрывает новую художественную конфигурацию, выступившую против транспарентности. Мы остановимся прежде всего на его постройке, ранней постройке. Это инженерный корпус Лестерского университета. Это классика брутализма. Ранний его период относится к стилю брутализма. Несмотря на то, что Стирлинг, в отличие от того же Колхаса или Айзенмана, не был крупным философом, не был теоретиком в области эстетической мысли, то обновление, которое он привносит в архитектуру, ну, по крайней мере, не менее радикально, чем вышеназванные фигуры. Как пишет Питер Айзенман в своей книге «10 канонических зданий», в которой как раз анализируется эта постройка, до Стирлинга стекло в архитектуре считалось метафорой пустого пространства, отсутствующего пространства. Ну, в общем-то, мы с вами в прошлый раз это проходили. Мы смотрели в том числе Филиппа Джонсона, его «Стеклянный дом» и «Ниса ван дер Роэ» смотрели, где замена стен на стекло входила в общую направленность как бы исчезновения стен. То есть стекло в данном случае выполняло как раз функцию пустого пространства. То есть это снятие стен, выход в природу и так далее. Стирлинг же создает из стекла объемы, делая его наиболее важным элементом композиции. Питер Айзенман об этом пишет просто с неописуемым восторгом, так как Стирлингу удается показать не только то, что стекло – это не пустота, но еще и противопоставить стеклу как массу, кирпич как что-то более полетное и устремленное. Взгляните, как выглядит фрагмент этой постройки. То есть здесь стекло – это не просто то, что открывает нам внутренний вид здания, и не то, что позволяет изнутри здания наблюдать за открытым пространством. Здесь это именно сложенные объемы, которые выглядят весьма массивно. Стекло – это не просто отсутствие, как окно, да дыра. Уникальная постройка, в которой кирпичные элементы скорее кажутся таким пьедесталом для огромного стеклянного здания. Но сейчас нам может показаться, что это что-то такое, ну, более-менее привычное, но поймите, мы живем в 21 веке. А для 60-х годов 20 века это было абсолютным ноу-хау, и такое переосмысление стекла, конечно, является очень сильной революцией.
Ну вот как это выглядит изнутри. Очень красиво, очень экспрессивно. И самое то удивительное, что стеклу, как чему-то весомому, значимому, как основному элементу этой постройки, противопоставляется кирпич, как нечто очень полетное. Вот это как раз, то есть полная смена парадигмы. Если раньше кирпич — это масса, а стекло — это отсутствие в этой массе, некая дыра, то здесь как раз все наоборот. За счет чего это достигается? Максимальное утончение всех кирпичных элементов, максимальное утончение опор для кирпичной части постройки. И здесь есть еще один очень хитрый ход, рассчитанный сугубо на визуальное восприятие. Дело в том, что эта башня выкладывалась кирпичом, обращенным не вот так, как мы привыкли, а вот так. Что создает полетность, устремленность вверх. И я думаю, вблизи это воспринимается очень эффектно. Я не был в этом здании, но и видео, которые с ним есть, и фотографии дают очень эффектный прием. То есть кирпич противопоставляется стеклу, но они местами меняются, в отличие от обычного подхода. И это очень и очень радикально. Видите, очень воздушная, полетная башня, в то время как окружающие ее вот эти объемы, выполненные из стекла, кажутся прям тяжелыми, массивными. Следующие свои постройки, в общем-то, Стерлинг решает в этом же направлении, но вот это здание. Здесь наиболее контраст заметен между стеклом и кирпичом. А вот следующая постройка. Это библиотека исторического факультета в Кембридже. 64-68, то есть сразу после, была построена. Смотрите, в чем вся прелесть здания. То есть, если там стекла, они, по крайней мере, немного тонированы, то здесь-то они абсолютно прозрачные, но куда направлены эти стекла? То есть, в данном случае из стекла организована сложная структура пирамидального типа, которая никак не может быть прочитана как выражающая концепцию транспарентности. Это уже не открытость, а как раз объем, очерченный стеклом. Здесь стекло, ну вот никак нельзя прочесть как отсутствие. При всем желании. Это скорее нечто прямо противоположное. Да? Знаете, что очень сильно напоминает по форме? Вообще здание Газпрома, которое находится в сторону коммунарки, оно же тоже такое застекленное, выглядит в принципе точно так же. Да, ну, конечно, нам намного менее интересно, есть сходство. Особенно если учесть то, что это создано в 64-м году проект, да? То есть, понимаете, это очень радикально. Просто вот прям один в один вот это. Угол, да, то, что вот угол. Вот этот угол, и стеклянный центр, да. Который идет такими же формами. Там все мало. Смотрите, как это сбоку смотрится. Стекло скорее можно отождествить с полом, да, с основанием постройки. То есть, опять же, красный кирпич противопоставляется стеклу, но кто из них более массивным является, это еще большой вопрос. Особенно это на проекте эффектно выглядит.
Вот это два шедевра в области брутализма, но с 70-х годов Стирлинг очень сильно меняет свой стиль, и казалось бы, что общих элементов не должно сохраниться, потому что он обращается к постмодернистской эстетике, он начинает активно работать с цитатами из классической архитектуры, из архитектуры барочной и так далее. Но если мы рассматриваем его не как мы привыкли в искусствоведении, по стилям, а с точки зрения художественной конфигурации, то мы сможем и в тех постройках найти те же самые принципы, где стекло выступает не за транспарентность, а против нее. Вот, наверное, ключевая постройка Стирлинга, одно из самых его известных зданий, то новая государственная галерея в Штутгарте. Обратите внимание, насколько явно очерчена форма именно стеклом. И здесь стекло, опять же, не считывается как нечто просто, что выпускает свет. Это, собственно, и есть форма здания. Оно выражает экспрессию определенную. Оно и наполнено. Внутри это тоже очень экспрессивно. Очень динамичный подход к остекленным пространствам. Это, если вспомните того же стеклянный дом Джонсона, это ровные стены из стекла. Они именно демонстрировали отсутствие или полное остекление небоскребов. Да? Это именно полное отсутствие стен. Здесь же стеклянная вот эта форма, она обладает колоссальным эмоциональным потенциалом. Хотя и лишена, конечно же, совсем в иной эстетике, чем вот эти ранние бруталистские работы. Ну, не смогу не показать. Это, конечно, не имеет отношения к стеклу, но это одна из самых ярких, на мой взгляд, работ Стирлинга. Это Штутгартская Хохшуле. На мой взгляд, вот один из шедевров постмодернистской эстетики абсолютно. Настолько это все органично, настолько это потрясающе выполнено. Понимаете, что здесь учат классической музыке, то здесь учат театральному искусству. Это то, что является цитаделью, а с одной стороны генерации новых мыслей, с другой стороны о пододержании культуры, и вот такое переосмысление самых разных исторических стилей, на мой взгляд, просто фантастическая постройка. То есть это здание, которое точно соответствует своему предназначению. Но здесь грех не научиться хорошо играть, да, или театральному искусству. Что же касательно финала пути Стирлинга, то уже после смерти была возведена вот такая вот постройка в Лондоне, в лондонском Сити. Она по Олтри 1, по улице находится. Это офисное торговое здание, которое построено в 97 году. То есть спустя, получается, 5 лет после смерти архитектора. И считается чуть ли не вершиной постмодернистской эстетики в архитектуре вообще, по крайней мере, на территории Великобритании. Казалось бы, что здесь уже ничего общего нет с его бруталистскими исканиями, что здесь совершенно иной стиль, это цветное, яркое здание, где все понамешано, что только можно себе представить, причем понамешано настолько органично, что удивляешься вообще, как это возможно. Однако, взгляните на лицевой фасад, который, собственно, выходит на эту самую Олтри, вот этот очень острый клин
из стекла выполняет явно функцию динамическую, экспрессивную. Это не остекление во имя прозрачности, транспарентности. Вот между этим зданием и вот этим значительно больше сходства из-за стекла, чем можно себе представить. При том, что, естественно, постмодернистская эстетика и эстетика бруталистская, они прям противоположны. То есть брутализм отказывается полностью от какого бы то ни было цитирования. Брутализм – это доведенная до предела эстетика интернационального стиля, эстетика модернистская. А постмодерн, как понятно из его названия, он отрицает модернизм. Однако запущенная вот эта художественная конфигурация против транспарентности, когда стекло переосмысляется, она проходит как бы между этими направлениями. И мы видим в нем, с одной стороны, автора, работающего в двух совершенно разных стилях, более того, что удивительно, создавшего шедевры и там, а это уже не так часто бывает. Но мы видим, как через них проходит совершенно иной феномен, который мы не заметим, если будем рассматривать только с точки зрения стилистики. Только с точки зрения вот это один стиль, вот это другой. То есть, когда мы говорим о стиле, мы же поднимаем всегда вопрос, что для него характерно, а что нет. И значит, на какие-то элементы будем смотреть с точки зрения того, насколько они характерны для этого стиля. Если же мы смотрим с точки зрения художественной конфигурации, не отождествляя ее со стилем, то она может пройти мимо стиля, между стилями. И тогда мы с одной стороны имеем два стиля, я на них не покушаюсь, с другой стороны мы имеем совершенно иной феномен, который постепенно развертывается, разворачивается и начинает развиваться уже в творчестве других авторов, кто пошел за Стирлингом. Более того, обратите внимание, когда это происходит. Это все происходит с 60-х годов. В 50-е годы, в конце 40-х, 50-е, создаются вершины в области транспарентности в архитектуре. Стеклянный дом Джонсона, Фармсворд Мисса Ван дер Роэ, где уже с очевидностью стало заметно, что тенденция на транспарентность – это не тенденция к все большему и большему освобождению человека, а тенденция на аннигиляцию человека, на его растворение. То есть, если не будет границ, ничего не будет. И возникает переосмысление стекла в творчестве Стирлинга, то есть не отказ от стекла, а наделение его иным смысловым рядом. То же самое на самом деле происходит и в изобразительном искусстве. В это же самое время в далекой Америке появляется такое направление, как поп-арт, в котором, допустим, может изображаться только ярко накрашенный там, рот с сигаретой, или там, обнаженная грудь, или даже только гениталии, как в случае с Томом Бессельмаром, наиболее ярким таким представителем поп-арта. По поп-арту у меня есть целый блок лекций в интернет-сети, так что, если кому интересно, это все разбирается достаточно подробно. Так вот, с одной стороны, может показаться, что поп-арт нечто прямо противоположное тому, что делает Стирлинг. Но, смотрите, и Стирлинг, и поп-арт, на мой взгляд, выступают против концепции транспарентности. Когда мы попали в мир, в котором исчезли любые завесы, в котором человек уже не может спрятаться ни за чем, оказалось, что спрятаться можно как раз за самой идеей открытости. Если мы акцентируем внимание на максимально там, накрашенных в губах типизированных, если мы акцентируем внимание на какой-нибудь вызывающей броской одежде или даже обнаженном теле, то это на самом деле не есть полная открытость, а это как раз через открытость чего-то скрывается что-то другое. Взгляд привлекается к какому-то определенному элементу, и все остальные растворяются. Как, собственно, это и изображает Вестерна. Мы видим только губы.
я уже не стал показывать совсем, да, радикальные. Мне очень часто просто гениталии завершают. Ничего больше. Если предлагается на показ исключительно обнаженное тело, то есть кажется, все, больше уже более открытым человек быть не может. Но на самом деле, то есть обнаженное тело гарантирует, что человек будет восприниматься как вещь, как объект. А это значит, что за этой ширмой будет полностью скрыт его внутренний мир. То есть он оказывается абсолютно непроницаемым. То же самое можно сказать и с губами, да, то есть там броская одежда или наоборот брендовая одежда — это то, что привлекает внимание как к чему-то типизированному, что скрывает индивидуальное. Это очень сложная тема, я ее однажды уже поднимал, второй раз поднимать здесь не буду, поэтому если кто хочет посмотреть лекции по поп-арту, вот, приведу лишь в качестве примера, это пример из работы Бодрияра, когда он показывает, как скрыть какую-то информацию в важном отчете. Если вам вот очень нужно ее скрыть, но отчет вам предоставить нужно, то нужно сделать его максимально подробным. Настолько подробным, чтобы он занимал сотни страниц. И тогда существенное растворится в несущественном. И несмотря на то, что он является абсолютной представленностью, он являет внешнюю полную транспарентность, на самом деле в этой самой транспарентности он полностью скрывает сам себя. Мало того, что его никто никогда читать не будет, но если даже его и попытаются читать, несущественные элементы будут скрывать существенные, ибо они будут представлены там как рядоположенные. То же самое и в случае вот с поп-артовской эстетикой. Когда вы видите, что здесь? Мы видим только красные губы, обнаженное тело. То есть мы не видим лица. Это не только демонстрация, так скажем, овеществление культуры. Там очень много уровней смысловых у этих художников. Но это и непроницаемость для взгляда внутреннего мира, когда человек демонстрирует что-то максимально наглядное. То есть транспарентности противопоставляется не отказ от нее, не уход назад. Уйти назад никогда нельзя. Ни в искусстве, ни в истории это невозможно просто. Бегство назад нереально. Но можно этой самой транспарентностью управлять. И оказывается, что при полной наглядности мы можем контролировать, что именно будет замечено, а что нет. Вот тот же самый Стерлинг не отказывается от стекла. У него стекла еще больше, чем у Джонсона с Миссом Бандерой вместе взятыми. Но у него стекло демонстрирует его идею, его форму. И оно не является таким невольным актом аннигиляции, а наоборот демонстрирует его идею. Там есть человек, есть наблюдающий, есть диалог с наблюдающим. Здесь предлагается открытость совершенно иного типа. Здесь предполагается управляемая. Когда что-то полностью демонстрируется, а все остальное, соответственно, остается за кадром. Это очень интересная идея. Идея философии, активно развиваемая как раз Бодрияра в живописи вот, художниками поп-арта, не только Вессельманом, многими, даже Уорхолом, хотя отчасти. И в архитектуре, на мой взгляд, отлично демонстрируемо на примере Стерлинга. То есть, если мы подойдем к этому феномену с точки зрения бодюанского события, то мы увидим, что как когда барокко сменялось классицизмом, была обнаружена нехватка формы. Здесь происходит то же самое. В транспарантности была обнаружена нехватка формы. Она вела к аннигиляции, к растворению. То есть, если мы все убираем, оставляем только стеклянное пространство, а стеклянное пространство, наверное, понимается как отсутствие, то, в общем-то, ничего не остается.
Обязательно искусство архитектуры не остается субъекта, ибо любое искусство адресовано субъекту. А в случае с Стирлингом мы видим, как стекло начинает выполнять совершенно иную функцию, в нем появляется форма и управление формой. И несмотря на то, что вот в данном случае стекло абсолютно прозрачно, мы видим действительно, что находится внутри этой галереи, и из нее можем посмотреть на улицу, но эта прозрачность растворяется в самом экспрессивном изгибе, штрихе художника, но в данном случае архитектора. И здесь есть диалог с воспринимающим субъектом, а соответственно здесь есть адресат, здесь есть человек, в то время как там человек исчезал полностью, не нужен был. Так что здесь получается, опять же, обнаруживается нехватка, которую художник пытается заполнить своими произведениями. И вы видите, что если мы подходим к анализу произведения искусства именно с точки зрения концепции бодюанского события, можно разводить в разные стороны, в общем-то, вещи достаточно близкие. Если подойти достаточно упрощенно, то кажется, ну вот здесь такое фронтальное остекление, и у Джонсона фронтальное остекление, значит, в общем-то, это рядоположенное. Но у того же самого Джонсона, сколько бы он там ни пытался это сделать, даже тот же самый его хрустальный собор, это просто метафора отсутствия самого здания. Это метафора тотальной открытости. А тотальная открытость, я уже говорил, это аннигиляция, это отсутствие собора. Значит, храма нет. В то время как об отсутствии у Стирлинга говорить никаким образом. Вот в чем дело. То есть одно и то же явление, одни и те же самые средства могут выполнять различную функцию. А это значит, что в случае с Стирлингом происходит перепрошивка самого нашего взгляда на этот феномен. Почему мы это по-другому воспринимаем? Вот в чем дело. Потому что меняется парадигма или запускается новое событие, если угодно, запускается новая художественная конфигурация, в которой и создаются эти произведения искусства. И опять же любопытно, то, что предшествующая конфигурация не исчезла. Я в конце прошлой лекции показывал новые проекты, современные проекты, рассчитанные на полную транспарентность. Они сосуществуют, и на мой взгляд, запущенная Стирлингом философия, философия, представленная в архитектурных постройках, есть единственная возможность избежать полной аннигиляции транспарентности, которая, в общем-то, сейчас захватила чуть ли не весь мир. Мы видим тотальную вот эту прозрачность, курс на прозрачность и так далее. Но оказывается, что нужно не от него бежать, сбежать от него невозможно. Нужно научиться им пользоваться. За счет открытости скрывать то, что мы не хотим показывать. И это уже продемонстрировали нам художники поп-арта, которые, многие из них даже еще живы, в преклонном возрасте находятся. В общем-то, у меня сегодня на этом все. Если есть какие-то вопросы, то могу постараться на них ответить. Все понятно? Ну хорошо, замечательно.